Когда вы делаете людям добро, не ожидайте благодарности и воздаяния за ваше добро. Запомните, что вы это добро делаете для себя, это ваша внутренняя потребность. Но очень важно иметь в виду, что когда вы совершаете добро, это даяние, действительно даяние, то постарайтесь соизмерить размеры своего добра, вашего даяния с вашими ресурсами. Не растрачивайте себя на людей пустых, ненужных, никчемных, которые это уже раз или два продемонстрировали. Берегите себя.